В этом году лагерь в Брестском областном центре молодежного творчества заполнен не полностью, и на то есть понятные причины. Но ребят, которые решили не просто сидеть дома, а с пользой проводить каникулы, при этом занимаясь любимым делом, в Радуге не один десяток. Для того, чтобы сделать их отдых по-настоящему полезным и безопасным, детей не собирают большими группами и стараются соблюдать социальную дистанцию. В летней оздоровительной кампании 2020 года у нас на базе Центра молодежного творчества сформирована площадка летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Радуга». Это 72 ребенка разного возраста, с 11 лет и старше, в основном до 14-15, вообще до 17 лет. Вот. Они сформированы, отряды у нас по профилям деятельности нашего центра. Девиз летнего оздоровительного лагеря «Радуга» посвящен тысячелетнему областному центру и 75-летию Победы. «Славься, Брест, любимый город! Город славы боевой!» А потому дети изучают не только историю своего города, но и всей республики. Программа насыщена и разнообразна, скучать не приходится никому. Кто-то занимается изобразительно-прикладным искусством, кто-то вокалом или танцами, другие увлечены шахматами. Каждый находит дело по душе в своем отряде. График у ребят плотный, все проходит под чутким руководством воспитателей и вожатых, строго по времени. Ребята приходят к 9, у них завтрак, а потом они приходят в Центр молодежного творчества, и здесь уже у них с 10 часов идет профиль, занятия по профилю. Кто чем, кто рисует, кто поет, кто играет в шахматы. Дальше у них обед, и с обеда в 14:30 у нас стандартно начинается мероприятие. Это разноплановое, то есть мы можем идти на улицу, это может быть спортивное, это может быть военно-патриотические какие-то игры, эстафеты, а это может быть в зрительном зале, то есть ребята показывают свое творчество. За время пребывания в лагере ребята уже успели познакомиться и подружиться между собой, узнать много нового и весело провести время. Здесь у ребят есть возможность отдохнуть от учебной нагрузки и активно провести досуг. Руководители оздоровительного летнего лагеря «Радуга» отмечают, кто хоть раз побывал у них, с удовольствием возвращаются. Так случилось и с Анастасией Градиюк, которая проводит лето лагеря уже второй год, и ей это очень нравится. Мне нравится здесь коллектив, здесь всегда весело. Мы каждый день что-то делаем, то у нас профили, то рисуем, занимаемся, разные кружки. Вчера была зорница, что-то было военное, мы стреляли, был лазертаг. Также мы часто выступаем на сценах здесь, тут вкусно кормят, добрые ребята. Мы дружим с ребятами из других отрядов. В оздоровительном лагере «Радуга» у ребят есть возможность не только найти друзей по интересам, но и с пользой провести время. Ирина Кузьмич, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания «Бук ТВ».